«Приключения Василия Федоровича». Всем привет! С вами Василий Федорович. И сегодня я снова продолжаю свои приключения. Опять без хозяйки, она куда-то уехала. Мне сегодня с утра, ребята, позвонил бренд одежды Моби Дик и сказал, что приготовил для меня сюрприз. Ну что, поехали? Посмотрим, что там ждет меня за подарок. Мне уже не терпится. Здравствуйте. Привет. Василий Федорович, узнали меня? Да, узнали. А скажите, а это бренд Моби Виск? Ой, Моби Дик? Да, это так. О, значит, я правильно попал. Я слышал, вы мне приготовили подарочек, это правда? Приготовили. Я очень люблю. Но можно, прежде чем вы мне подарите, я задам вам, как журналист, пару вопросов. Так, давай сначала познакомимся. Я Вася Кот, а ты как? Тебя зовут? Меня зовут Сима. Сима, очень приятно. Симочка, расскажи, пожалуйста, а что вы здесь, собственно, шьете? Мы придумали такую кофту, которая превращается в игрушку и обратно. И назвали ее ковтеныш. Ковтеныш? Да. Вот они выглядят так. Это 7 разных зверушек. И внутри каждой зверушки спрятана кофта. Сейчас я покажу, как это работает. Хочешь увидеть? Да, конечно, мне интересно. Я хотел спросить, а кем ты здесь работаешь? Ты швея, дизайнер или просто красивая девушка? Я здесь дизайнер. Ух ты! Я придумываю внешний вид всей одежды, которую мы здесь производим. Здорово! Ты рисуешь, да, красиво? Я рисую и немножечко шью. Скажи, пожалуйста, а вот такие кофточки возможно сделать с моей мордашкой? Можно. О, да, это что это? Я конечно смогу носить себя сам с собой? Сможешь, да. О, интересно. Спасибо за тебе такое замечательное интервью. Тебе спасибо. Симочка, я знаешь, я не уйду домой, потому что я знаю, ты где-то приготовила и спрятала мой подарочек. Приготовила. Мне не терпится его получить. Подари, пожалуйста. Смотри. Василий Федорович, мы дарим тебе кота, который будет тебя греть в самую холодную погоду, потому что он еще и кофта. Здорово! О, это мой друг, как его зовут? Его зовут Гриша. Гриша. У него есть открытка, в которой написано, как за ним ухаживать. Хорошо. И как он любит, чтобы с ним обращались. Я обязательно прочитаю. Почитай. Гриша, ну что, пойдем домой? Что-то молчит. Ребята, он опять молчит, все молчат. Сима, а ты поможешь мне не меня его одеть? Конечно. Ну что, давай оденемся. Давай. Ребята, если вам понравились эти ковчёныши, то вы можете их приобрести. Я оставил ссылку в описании. А самое главное, вы можете получить скидку 15%, если введете промокод код Василий. Теперь вам не придется спорить с родителями
что же взять на улицу, друга или кофту? Потому что теперь с вами будет друг, согревающий вас в морозы. Репортаж вел Василий Федорович. Все, пока, пока. Ковчоныши, ковчоныши.